Здравствуйте. В этом видеоролике я вам расскажу, как подключить видеокамеру Zacateca к видеорегистратору Hikvision. Подключение достаточно простое. Нам необходимо зайти в настройки. Видеорегистратор уже нашел камеру. Нам необходимо ее только добавить. Видеокамеру добавили. Останется теперь добавить пароль для того, чтобы камера соединилась с регистратором. По умолчанию пароль видеокамеры Zacateca 123456. Вот появилось изображение. Сейчас мы с вами видим вторичный поток на маленьком экране. Если мы откроем на полный экран, у нас с вами первичный поток.